Цветы. Слишком много цветов, слишком много. Ну, что это за приношение? Что тут жертвовать? Ах, поросенок. Богу богов этот жалкий поросенок. Фруктов очень мало, а цветов очень много. Вот и приходится служителю храма сегодня просто класть зубы на полку. Веру в бессмертных богов дети Лады забыли. Впрочем, Афродиту еще признают. С тех пор, как Парис отдал ей предпочтение перед Герой и Афиной, она только одна и торжествует. Она ж-то старик, отец богов и людей. И ни одной овцы, ни одной. Жалок премудрый Колхас, мало приносит ему. Да, Гром! Гром еще не приносили? Славный Эвтикли кузнец Гром обещал починить. Что же он со мной делает? Сегодня юбилей безвременной кончины Адониса. Придет наша красавица царица плакать. Потом соберутся цари состязаться в остроумии. Нет, в такой день оракул не бывает без Грома. Нет. Гром мне просто необходим. Почему ты не погасил светильники? Почему они горят? Фотоген же дорожает с каждым днем. Наконец-то. Ну что ты там копался 3 недели? А? Легкое ли дело? В 2 местах Гром проржавел насквозь. А чего ему проржаветь? Он же каждый день в работе. Ну что, поправил? Послушайте. Давай. Что, очумел, что ли? Нельзя злоупотреблять божественными эффектами. Так я хотел, чтобы... Давай, давай, неси в храм. Сейчас придет наша красавица-царица плакать по Адонису. О, Адонис златокудрый, гордой богини. Гордой богини? Приятель. В битве неравной жестокой рана... Рано сандалии откинул. Перестань меня терзать своим гекзаметром, и так голова трещит. Отойди. Адонис, красавец юный, нетленный прах моей мечты. Когда еще в наш мир под меня томит, как зрелый.
Любовь, прекрасная царица, это великая тайна, сокрытая в узорном поясе богини Афродиты. Когда Афродита распускает пояс, любовь проникает в душ людей. Царь Менелай меня любит? Он, не отрывая глаз, любуется вами. Любуется, но любит ли? Он бережет вас, как самое драгоценное сокровище, покрывая эти руки золотыми запястьями, велит курить фимиам в вашей спальне. Кстати, приготовь фимиам для жертвоприношения. Жертвоприношение подождет. Хорошо. Царь Менелай действительно проводит целые дни возле меня. Только почему-то он все время молчит. Очевидно, он самый лаконичный спартанец. А говорят, есть такая любовь, которая разрушает красоту и прогоняет сон. Это правда? Да сохранит вас Афродита. Вам нельзя не спать. Не волнуйся, я буду спать. Я люблю видеть сны. Только почему-то в этих снах я никогда не вижу царя Менелая. Ну, как сказал один мудрец, невозможное невозможно. Мои рабы не рассказывали мне, что где-то в холмистой Трое у царя Приама среди его сыновей есть один. Его зовут, кажется, Парис. Так. Так вот, будто бы Афродита обещала ему любовь самой красивой женщины в мире. Ну и что? Какое вам дело до какого-то Париса? Но ведь самая красивая женщина в мире... Вы, без сомнения, моя царица. Значит, она обещала ему мою любовь? Да. А ты говорил, что боги всегда исполняют свои обещания. Говорил. Но они могут забыть. Как забыть? Может, это судьба? Она преследует меня с момента моего необычного рождения. Да, конечно. Девы прекрасной Елены чудным рождение было. В лебедя Зевс обернулся, к леди почувствовал страсть. Кто это написал? Так один начинающий. Близорукий Гомер служит у меня в храме, слывет ясновидцем, пишет бездарно. Это наброски какой-то Илиаде. Однако он прав. Моим отцом действительно был лебедь. Сюда приближается ваш племянник Орест, и смотрите, в каком обществе. Вам надо уйти. В храм царица. О, боги! И этот повеса сын нашего степенного Агамемнона. Страсти пожар еще не стих, но посуди, где взять здоровье, чтобы хватило на двоих. Вот Панфенис и Леона, обе с тобою ищут дружбы. Моя душа уязвлена, я не могу оставить службу. Вот Панфенис и Леона, вот Панфенис и Леона, вот Панфенис и Леона, вот Панфенис и Леона. Что за голова, голова, о-ля-ля! Жизнь одна, скоро пролетит, пронесется она. Нам дана жизнь одна, радостных утех и любви полна. Ты представляешь, Калхас, я провожаю этих женщин домой, и вдруг они увидели на Акрополе твой белый балахон. Ах, какой статный мужчина! Я хочу увидеть его поближе. Вот, вот вам требуемый вами Калхас. Калхас, главный жрец, да. Главного храма, главного Зевса. Да-да. Калхас, да. Умен, остер, остер, учен, да. А главное, да. Плутоват. Ну, просто колхасальный мужчина. Ну, такой мужчина не может быть просто жрецом. Верно? Колхотник. Я обольщен вашим вниманием, мои красавицы, но, увы. Жертвоприношение прежде всего. Жертвоприношение? Разве сегодня праздник? Сегодня годовщина смерти Адониса. И ты ничего мне не сказал? Колхасик, мы участвуем в празднике. К сожалению, это невозможно. Ну почему? Нет. Во всей Спарте ты не найдешь более праздных людей. Да. Праздничных, да. Ты хоть увидеть позор. Да, я не могу вас допустить на официальную церемонию. Есть специальные распоряжения. Это я не слышу! Нет, не хочу! Калхас, ну не сердись, Калхас. Праздник Адониса — это сплошные слезы, рыдания. А там, где слезы, рыдания, там нам делать нечего. Музыка!
Так, принес? Угу, хорошо. Хорошо. Это же прошлогодний фимиам. Ну, нету другого пока. Если бы... Хватит! Ну, как поддерживать веру? Ничего, хоть слезы будут естественными. Ну что ж, продолжим. Нет, где муза? Муза, ты где? А, муза. Слушай, муза, а тебя как зовут? Каллиопа. Оно и видно. Ну что, стоишь, Каллиопа, где Лира? Ну так и будем стоять. Что дальше? Почему не вдохновляешь Каллиопа? А, ты не знаешь, кто я, а? Смотри. Неграмотная. Ну ничего. А ты знаешь, что 7 городов будут бороться за честь считаться моей родиной? Родос, Хиос, Аргос, Саламин, Афины и эти, ну, как его, ну, это не важно. Они все равно потом не разберутся. Откровенно говоря, я и сам не знаю, где я родился. Все. Вдохновляй. Скрылся арест непутевый, новых ища развлечений. Лира какая-то ненастроенная. Эй, приятель, не ты ли главный жрец храма Зевса? Вот и Парис злополучный, сын многодетной Гекубы. При чем здесь Гекуба? Что ты Гекубе? Что тебе Гекуба? Да рано еще, рано об этом. Невозможно работать. Каллиопа! Каллиопа! Ненормальный какой-то. Оп! Ты не встречал здесь главного жреца? Я. Колхас, ты-то мне и нужен. Mm-hmm. Говорят, в Спарте твоими устами вещает самый верный оракул. Я гадаю только для знать. Среди сокровищ Спарты есть одно. Даже я не понимаю, о каких сокровищах ты говоришь? О прекрасной Елене. Mm-hmm. И вот ты так пришел ее увидеть? Ну, сначала, конечно, надо увидеть, mm-hmm. а потом исполнить волю богов. Ну и в чем же воля богов? Боги пообещали мне любовь самой красивой женщины мира. Чужестранец, ты наглец. И ты не боишься? М? Я боюсь только одного. Вдруг она мне не понравится. Нет, ты нахал, чужестранец. Кто ты такой? Говорят, влюбленные служат Афродите, а я хочу, чтобы она послужила мне. Что? Ты что, еще не получал письма от Афродиты? Нет. Ну и каналия этот голубок, ведь при мне же его Афродита отправляла. Да вот он, смотри. Гуля-г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 уля. Так, я вижу птицу. Ну где ж ты болтался, а? Ну где? Да возьми же письмо и прочти. Лет 20 хорош собою придет пастух, к его речам колхоз мольбою преклонит слух. Пастух имеет, уж я-то знаю, хороший вкус. Угу. Я Менелая освобождаю от брачных уз. Понятно? Вы Парис, сын троянского царя Приама. Ну, как я вас сразу не узнал? До свидания. Понимаете, юбилей Адониса, слезы, прошлогодний фимиам. Ничего, бывает. Да, да. Скажите, Парис, до свидания. Ну,
между нами, естественно, я давно хотел выяснить. А вот как вам явились богини? В каком виде? Абсолютно нагие. Совсем нагие? Нет, не совсем. У Геры, кажется, было копье, у Афины щит. А у Афродиты? Началось с пустого спора, повод был к нему такой. Вот а яблоко раздора раз принес на пир богов. Яблоко это было с надписью такой. Пусть возьмет яблоко это та, что краше всех собой. А что краше всех собой? Яблоко возьмет, пусть это та, что краше всех собой. Спорить стали три богини, три красавицы небес. Хотела отказаться от надежд. Три прекрасных женских тела отрешились от одежд. Горе Парису двух обидишь, как ни кинь. Горе Парису двух обидишь, как ни кинь. Смертный трех погиб. Вера всех богов царица сладкой речью разлилась. Дай победы мне добиться, я тебе дарую власть. Тут молить Афина стала, будь мужчиной, о, Парис. Ждет тебя почет и слава, если мне присудишь приз. Ждет тебя почет и слава, если мне присудишь приз. Двух ты обидишь, как ни кинь, как ни кинь. Смертный трех богинь. Был еще судье обещан Афродите скромный дар. Из красивейшей из женщин утолишь любовный жар. Сами судите, я противиться не стал. Афродите, это яблоко отдал. Это яблоко. Значит, яблоко получила Афродита. А взамен она обещала мне любовь самой красивой женщины мира. Да. Ну, раз она обещала, пусть она и исполнит. Я не вмешиваюсь в дела богов. Я прошу только об одном. Дай мне увидеть Елену и поговорить с ней наедине. Это все равно, что сказать. Я хочу остаться наедине с правым глазом царя Менелая. Он что, никогда с ней не расстается? Никогда. А если сделать так, чтобы он уехал? Кто его заставит? Твой. Оракул? Оракул? Многомудрый Колхас? Да. Я слушаю. Кто этот юноша? Какой-то приезжий. Вам лучше уйти, царица. Почему? Чем он занимается? Так вот она, обещанная мне богиней. Неплохо, Афродита, очень даже неплохо. Моя царица, он пастух. Простой пастух? Да. Счастливые пастушки.
Я вас прошу, уйдите. У меня из-за вас будут большие неприятности. Сейчас сюда придут цари. Они будут состязаться в остроумии. А я не прочь сразиться с царями Греции в остроумии. Так. Значит, он не хочет уйти, она не хочет уйти. Следовательно, Зевсу угодно, чтобы ушел я. Много цветов. Слишком много. Послушай, юноша, кто ты? Откуда ты? Как тебя зовут? Почему ты не отвечаешь? Я думаю, неужели ты живая? Что тебе нравится больше? Руки, плечи, глаза? Равной тебе красоты нет в мире. Не подходи близко. На меня надо смотреть за 5 шагов. Хороша. Я это знаю. Неужели ты действительно пастух? А где же твое стадо? Там, под горой. Зачем же ты его бросил? Сегодня здесь состоится состязание. Я пришел отличиться. Ну, я заболталась с тобой. Который час? Без 12:04. Царица, процессия приближается. Благодарю тебя, Афродита. Мышенству я величала, я величала, я величала два, а як за два, а нас два. Бедная слава, бедная слава, бедная слава, лесна я молва. Готовые бой кровавый за свои права. Мышенству я величала, я величала, я величала два, а я, а я, а я, а я, а я за два. Пришли, пришли, величала, шли, величала, два, а я за два. А нас два, бедная слава, бедная слава, лесная молва. Я царь, я хил бесподобен, хил бесподобен, хил бесподобен, я не уязвим. А хил не уязвим. Один сражаться способен, сжаться способен, сжаться способен с полчищем любым. Да с полчищем любым. Вторую победы боги имя любим. Я царь, а сил бесподобен, сил бесподобен, сил бесподобен. Я не у, не у, не у, не уязвим. Да, царь, а сил бесподобен, он не уязвим. Один сражаться способен, с полчищем любым. Я мне лай, благородный лай, благородный лай, благородный все. И друзья, и все его друзья. Живется мне превосходно, не превосходно, не превосходно. Уж еленья, и все его друзья. Пока в нашем всем угодно радовать меня. Я мене лай, благородный лай, благородный лай, благородный. Уж еле, 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 еленья. Он мене лай, благородный лай, благородный. Все его друзья. Он мене лай, благородный. Он и все его друзья. А я храбрей всех героев, храбрей всех героев, храбрей всех героев, царь Агамемнон. Агамемнон. И от рода не скрою, рода не скрою, рода не скрою, скромен и умен. Он царь, но скромен он. И кажется мне порою я не превзойдет. Да я прей все герои, прей все герои, прей все герои, царь Агамемнон. Да я прей все герои, прей все герои, царь Агамемнон. Да я прей все герои, прей все герои. Орест, о, ваше место среди царей. Нет. Нет. У нас с папой договоренность. Во время его речи я буду подбивать народ к рукоплесканию. Много храбрые и шлемоблещущие цари, уважаемые спартанцы. Браво, отец! Браво! 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 Рано, дитя мое, я еще ничего не сказал.
Кровь стынет от ужаса, когда подумаешь, до чего вы все обленились. Где ваша благороднейшая жадность? Куда девалась искренняя зависть? Мы дошли до того, что человек спокойно смотрит на жену своего друга и не желает ее. Мудро, отец, мудро! Царь Агамемнон имел в виду жену врага. Ведь жена друга неприкосновенна. А стоит пожелать жену своего друга, как он тут же становится твоим врагом. Значит, можно желать каждую жену. Каждую, но не мою. Не мою. Я и говорю, каждую, но не мою. Не мою. Не мою. Свою жену я и врагу не пожелаю. Он тоже ясновидец. Богатые залежи мрамора, годного на памятники, естественно, породили у нас много сильных мужей и героев. Достаточно взглянуть на Аяксов, Ахилла, наконец, на меня. Я говорю на меня. Браво, отец! Браво! 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 Но вот умных людей у нас совсем нет. По этому поводу я предоставлю слово царю Менелаю. Я сейчас вообще глубоко тронут честью, которую, брат, где... Ну, не в этом дело. Наш город не огражден стенами. Мужество граждан служит ему защитой. Мы, спартанцы, с детства привыкли говорить лаконично. На длинную, витиеватую ругань врага мы отвечаем коротко. От дурака слышу. Вот именно. И когда... Выразительно, но не совсем по существу. Ну да. Этот день мы решили посвятить остроумию и провести конкурс, чтобы вывести умных людей на чистую воду. Итак, я обращаюсь к вам, цари, воины, поэты, гончары, пастухи. Где пастухи? Где пастухи? В речи дальнейшей своей Агамемнон условий коснулся. Умным ахейским мужам обещал он венок за победу. Так он решил и сказал под конец откровенно. Сначала мы учредили золотой венок, но потом отказались из-за отсутствия средств. Мы начинаем. Слушайте заданную шараду. Мой первый слог есть житель всех народов. Один из нравственных уродов. Стойте! Мы уже отгадали. Это Ахилл, что? Это я-то из уродов? Только из нравств. В физическом отношении вас природа не обидела. Тогда другое дело. Я уже... Не перебивайте! Дослушайте до конца! Второй мой слог есть восклицание, а третий просто приказание, которое надежду нам дает, что кто-нибудь кого-нибудь побьет. Побьет. Бей! Нет, упадок умственных дарований еще не так велик, как мы предполагали. Да-да, я заканчиваю. Все вместе птичка небольшая, которая вредна для урожая. Ну, юные умы, отгадывайте. Индюк. Это же индюк. Ну что, индюк это. Индюк. Тихо. По порядку. Кто сказал нужда? Я сказал нужда. Что такое ну? Ну, это восклицание. Я всегда восклицаю. Ну? Положим, что так. Но ведь восклицание должно быть вторым слогом. Да. И при том все слово вместе. Птичка. Вот. Птичка! Что это за птичка? Ну? Не знаю. Кто сказал индюк? Я. Но я от индюка отказываюсь. Правильно. Я бы посоветовал и слабейшему отказаться. Ну почему? Это почему? Слабейшим есть бей. Бей!
Бей! А что такое сла? Вы угадали бей, а сла не угадали. Да. Пожалуй. Бей, а сла я не угадал. Пастух. Что тебе надо, пастух? Я могу разгадать шараду. После царей? Ну что ж, говори. Папа у меня либерал. Да. Первый слог. Житель всех народов, один из нравственных уродов, вор. Его все громко осуждают, но кое-кто уроду подорожает. Он, кажется, посмотрел на тебя. Не знаю, не знаю. Второй слог – восклицание «О». Например, «О, ты, прекрасная царица, о, боги так велят». А что такое? А третий – просто приказание, которое надежду нам дает, что кто-нибудь кого-нибудь побьет. Бей! 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 Правильно! Бей! Правильно! Бей! И получилось птичка, вор, о, бей. Я первый об этом подумал. Я отгадал. Молчите, Ахилл. Пастух одержал победу. Он победил. Он победил. Переходим ко второму заданию. Менелай, не угодно ли прочесть? Прочесть? Прочью честь? Это что, намеки? Да вы что, я нисколько не хотел задевать вашу честь. А что, разве это ваше уязвимое место? Я просил прочесть. В смысле, огласить второе задание. Придумать каламбур. На тему, в чем у колхаса слово расходится с делом. Во всем! Во всем! Во всем! Во всем! Во всем! Во всем! Я протестую! Я отгадал. Он говорит одно, а делает вдвоем. То есть другой. Вдвоем делаем мы! Мы отгадали! Вы хотите сказать, колхаз говорит одно, а делает другое? Это издевательство. Похоже на правду, но не остроумно. Нет каламбура. Я готов. Ты можешь сказать каламбур? Не смей говорить, убью. Ахилл, я велю вас вывести. И не гремите вашей кирасой. Колхаз твердит, что роскошь губит, что в ней зло и тяжкий грех. Хоть зла-то правда он не любит. Но злато любит больше всех. О! Прелестно! Прелестно! Ну, слава Зевсу, он выступил довольно мягко. Да, он далеко пойдет, этот пастух. Вторая победа за тобой! Свет твоей мудрости ослепляет меня! Твое имя! Опять победил. Я подожду. Опять победил. Менелай! Объявите заданные рифмы к третьему конкурсу. Помеха. Побеждать. Приехал. Завоевать. Требую слова. Вы уже сочинили стихи, Ахилл? Что ж тут хитрого? Значит так. Запомните, враги, что моя пятка мне не помеха, потому что я привык побеждать. И уж если я наконец на войну приехал, то всех побью и смогу любой город завоевать. Все. Наденьте на меня венок. Это не стихи, мой милый. Ну, вы даете. Это почему же? Почему, почему? Потому. Мы здесь не для того, чтобы объяснять вам принципы стихосложения. Говорите, Аякс первый. У меня в груди помеха. Сердце билось побеждать. Рву цветы. А конь приехал. Я пойду завоевать. Вы что-нибудь понимаете, царь Менелай? Я ничего не понимаю, но это звучно. Что-то из походной лирики.
Мне даже Гомер пишет лучше. Дорогой Аякс Первый, это очень звучно, но очень бессмысленно. Со временем, может, вы и станете великим поэтом, но пока кто-нибудь другой. Индюк. Уберите, уберите его, уберите его. Я хотел бы обратиться к прекрасной царице. С просьбой? Со стихами. Разрешаю, обращайся скорей. Венок лавровый не помеха тому, кто хочет побеждать. Но я сюда затем приехал, чтоб лучший приз завоевать. О, боги, как это мило. Что скажет Менелай? Идея не совсем понятная, но это звучно. Ну что ж, пастух, и третью победу мы присуждаем тебе. Бесчестье нам! Боже ты, отвечай! Знайте все, я Парис, отец мой царь, я Парис! 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 Прекрасный странник! Парис, судья, судья богинь. Он пред нами. О небо, прекрасный странник, судьбы изгнанник. Прекрасный странник, судьбы изгнанник, прекрасный странник, судьбы изгнанник, он здесь, судьбы избранник, он здесь. Подтвердиты. Клянусь я, Афродиты. Всех Парис Господь победил, жизнь и славу заслужил. Всех Парис Господь победил, жизнь заслужил. Всех победил. Сегодня вы, Эллады всей, кумир, великих царей победитель, мы в вашу честь устроим пир. Прошу вас, придите, собой украсить скромную обитель. Исполнить все готов, лишь только пожелай. Исполнить все готов, лишь только пожелай. Судьба опять, судьба, несчастный мир. Ну что, довольны ли вы?
если был бы вдвое, когда б она была вдовою, и должен мне теперь помочь, чтоб Менелай убрался прочь. Устроим все сейчас. Спасибо, мой колхаз. Эй, Камер, будь понятлив. Ступай, ступай, ступай!
Сюда. Сюда, Клёпа. Надо быть поближе к главным событиям. Ты где застряла? Что это за походка? Ты же все-таки покровительница эпоса. У Терпсихора, что ли, бы поучилась. Так, продолжим. А Лира где? Лирта? А, это, она у сестры. Она ее это настраивает. А, ну так она ее уже месяц настраивает. Да. Попадешь с вами в историю. Как же? А? Позвать, что ли? Кого? Сестру. Зови. Ну, что? Хорошо настроила? А? Глухая. Чего? Я говорю, слух у тебя хороший, полеги мне. Да, звук хороший. Моги Олимпа, услышьте просьбу поэта Гомера. Зев всемогущий, повысь уровень здешней культуры. В этих условиях диких трудно писать Илиаду. Впрочем, так весело жить в милой ладе моей. Меня объял восторг счастливый, когда он мне в глаза смотрел, как я спасла свою стыдливость от огненных любовных стрел. Зачем, зачем, Афродита, ты жертвой выбрала меня? С лилейных плеч моей Невриды не снимет пудры твой судья. Yeah.
госпожа, вы не хотите надеть открытый хитон? Я останусь в строгом хитоне бахиза. Может быть, вот этот ионический пепла с разрезом? Нет, нет и нет. В отсутствие мужа я должна быть основательно задрапирована. Подай-ка мне еще и хламидион, пожалуй. Менелая нет уже целый месяц. Я не знаю, сколько можно кутаться. Целый месяц? Что ты плачешь, Лирида? Перестань плакать, бесстыдница. Париса вы не принимаете. В город вы не выходите. Народ уже начинает волноваться. Говорят даже, что вы опасаетесь Париса. Я опасаюсь? Дочь Леда и самого Зевса? Да что ты плачешь, Лирида? Я не виновата. Не виновата. Ты разбила драгоценную амфору? У нее скоро будет ребенок. Герой, красавец. Будет. Но я не виновата, царица. Как это произошло? Вчера на вечерней заре, когда я купалась, меня настиг бог Аполлон. Откуда ты знаешь, что это был Аполлон? Ну, он обхватил меня, сказал, что он бог Аполлон, что он высмотрел меня с Олимпа и сошел ко мне с облаков, чтобы у меня родился сын, герой и красавец. А я вырвалась и убежала. Аполлон, он не догнал тебя? Он погнался, но не догнал. Я бежала быстро. Быстрее Аполлона. Ну, Лирида, у тебя не будет сына, героя и красавца. Разве тебе не понравились золотые кудри Аполлона? У него были прямые волосы. Прямые? А нежный румянец? Ну, у него была седая борода и большой нос. Это похоже на колхаза. Позволь войти к тебе, царица. Мы пришли пригласить тебя на пир. Царь Агамемнон, и вы, друзья и гости царя Менелая, вы поклялись охранять дом и сокровища моего мужа в его отсутствие. Клянемся! Но что же я узнаю о тебе, Колхаз? Что? Вместо этого ты гоняешься за его рабынями. Что? Я гоняюсь за рабынями? Это клевета! Где ты был вчера на вечерней заре? Вчера на вечерней заре? Да! Я спрашивал оракула, когда вернется царь Менелай, и оракул велел ждать его через 9 дней. 9 дней? Это он сказал, что он Аполлон? Аполлон? Все ясно. Значит, пока я разговаривал с оракулом, Аполлон принял мое обличие и спустился на землю. Аполлон мог выбрать обличие получше. Ну, боги лучше знают, как понравится женщине. Благодарю тебя, о светлый бог, за великую честь. Мне пора в храм. Стой! 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 Простите, царица, я ненадолго останусь. Ненадолго? Разве я не к лицу одета? Напротив. Этот хитон прекрасно скрывает некоторые природные недостатки. Вы на меня сердиты. За что? За то, что я вас так долго не принимала. Когда я впервые вас увидел, мне показалось, что самая красивая женщина в мире... Это я, да? Повторяю, мне так показалось. Но холодность не украшает женщин. Так кто же, по-вашему, первая красавица? Накрашенная Парфенис? А может, Пенелопа – это ходячая мораль? Елена, я не могу больше ждать. Пойми, это страшный грех противиться воле Афродиты. Богиня обещала, и ты должна меня полюбить. Я не чувствую любви к тебе. Считай, что Афродита тебя обманула. Разве это значит, что богиня меня обманула? Это значит, что не ты первая красавица в мире. Что? Все! С меня довольно. Я не мальчик. Вы не посмеете. А мы это посмотрим. Бахиза! Бахиза! Значит так, отец разбил свой скипетр о голову Колхаза. Да. У этого мудрого лица крепкая голова. К тому же гладкая, как орех. Если б не его борода, он бы от нас ускользнул. Это точно. Сломать такой хороший скипетр, который мне из красного дерева, который мне привезли из Финикии. А где же Колхаз? Скрывается в храме. Ну, этого я ему никогда не прощу. Прости, дорогой гость, что мы забыли законы гостеприимства и оставили тебя одного. Прости. Больше этого никогда не случится. Никогда. Никогда. Так, идем.
Так, царица, ты с нами? Нет, я устала. Ну, прекрасных снов тебе, царица. Прекрасных снов, царица. Прекрасных снов. Прости, дорогой гость. Больше этого никогда не случится. Охрана у террасы надежна? Ну. Ну, ступай. Мы венки и цветы сплетаем, песни поем, песни поем. И веселье забываем мы обо всем, мы обо всем. Быстро молодость промчится, так не лучше ли, друзья? Жизнь удоволь насладиться, жизнь ужасно коротка. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Кто здесь? Это я, Колхас. Колхас, где твоя борода? Спроси у Агамемнона. Я Ахилла. Они вырвали мою бороду, которую я растил 45 лет. Из-за какой-то девчонки. Хочешь, я им всем отомщу? Хочу. Только помоги мне. Да. Мне нужен сон. Угу. Так, значит, я бессонница. Да нет, я не хочу спать. Я хочу присниться. Не понял. Иди на землю! Oh!
судить не смею. Была Афродита смелее, и она предо мной ложный стыд отмела. Пряди золотисты, прекрасные, как мрамор чистый, божественные плечи видел я. Но как судить вас тут, и прячешь красоту? Зачем мне снишься так не кстати? Да еще такой обросший. Ты где? Что здесь происходит? Я разбудил тебя, Елена. Нет, Менелай, я сплю. Ты спишь с открытыми глазами? Да, и ты мне снишься. Я снюсь тебе. А это кто? Это Парис. А что он тут делает? А что делает тут ночью в твоей спальне? Он мне тоже снится. Да? Это так? Что ты кричишь? Вы снитесь мне оба. Ну, тебе он может сниться. А как он может сниться мне? Я-то ведь не сплю. Караул! Грабеж! Что вы кричите? Меня послали боги. У нас цари играют в кости, они услышат. Очень хорошо, пусть слышат. Караул! Вам же будет неприлично, как мужу. Я не просто муж. Я муж эпический. Ко мне, цари Эллады, ко мне. Зато позорен, ты будешь сразу. И в самом деле, где ваш разум? И что сказать ты сможешь им, друзьям? Своим я им скажу, скажу как есть, что у меня пропала честь. О, и не лай! Привет! Да, спешил, не жалея сил. Да, да.
навести хотел царицу. И встречаю в спальне Париса. Кто скажет, что же? Кто скажет, что же? Что было здесь? Что было здесь? Подозреваю, что моя пропала честь. Да, где же честь? Да, где же честь? Где ваша честь? Где моя честь? Где ваша честь? Не горячись, любезный брат, ты сам немного виноват. Я виноват. Да, виноват. Да, виноват. Да, виноват. Я виноват. Когда супруг надумал вдруг издалека вернуться в дом, он должен лучше на всякий случай предупредить жену о том. Тогда жена любви полна, и груз тревог спадает с плеч. Тот и спешит ненужных встреч, ненужных встреч, ненужных встреч, кто хочет мир в семье сберечь. Тот избежит ненужных встреч, кто хочет мир в семье сберечь. Тот избежит ненужных встреч, кто хочет мир в семье сберечь. Тот избежит ненужных встреч, кто хочет встреч в семье сберечь. Кто хочет мир в семье Послушай, Кахас, ну, что она имела в виду, когда она сказала, он тоже мне снится? Не знаю, не знаю. Понимаешь, я все хочу понять. Вот... Один мудрец сказал, невозможное невозможно. Так? Гомерический хохот. Нас ждет Агамемнон. Наконец-то, Менелай, надо серьезно поговорить. Послушай, брат, я хотел тебя спросить, что она имела в виду, когда она сказала, они оба мне снятся? Проснись, Менелай, сейчас не до этого, ты видишь, что творится. Ну, посмотри. Ты разгневал Афродиту. Да, и она подрывает нам моральный устой. Я знаю, богиня сердится за то, что я прогнал Париса. Да. А кто ей велел обещать ему любовь моей жены? Ну, начинается. Кто? Ты должен народ свой спасти, и в жертву богине жену принести. Истину
подвиг твой будет велик, сынов он прославит твоих. Я должен сейчас же народ свой спасти и в жертву богине жену принести. Богиня, пятна чута честь, свой муж ромоногий для этого есть. А эта роль мне неудобна. Он ведь действует, словно он бреду. Он ведь действует, словно он бреду. Он накличет на нас беду. Другого способа умилостивить богиню. Ну что, ей цветы жертвовать? Да кое-что придумал. Ну опять, ну что ты придумал? Я написал на остров Цитеру. Ну? Вот видишь ты, как его сейчас передернут. Я попросил приехать сюда главного жреца Афродиты. А! Я говорил. Зачем ты это сделал, не посоветовавшись со мной? Ну, чем тебе может помочь этот главный жрец? Все жрецы врут, они самые большие мошенники в мире. Поздно. Видишь, приближается галера. По моим расчетам, это он. Сперва скажите мне, зачем грустны вы? Зачем звучат печальные мотивы? На ваших лицах горести и печать. Жреца богини недостойно так встречать. Богиня любит всех, свет радости для всех. Богиня любит всех, свет радости для всех. Так чтоб ей угодить, веселей надо быть. Так чтоб ей угодить, веселей надо быть. И для всех мой приказ, чтобы жить не грустить. И для всех мой приказ, чтобы жить не грустить. Ра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 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 Так чтоб ей угодить, веселей надо быть. И для всех мой приказ, чтобы жить не грустить. Ра-л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 а. Сатир. Что ты сказал, мой собрат? Нет, ничего, продолжайте. Привет вам всем, благородный Агамемнон, добрый Менелай, бурный Ахилл, неразлучный Аякс и веселый Орест. А где же царица? Царица злится. Успокойтесь, дети мои. Афродита богиня добрая, она простит. Она простит? Если Менелай сделает все, что надо. Я готов, но есть вещи. Нет. Наши требования умерены. Царица должна будет совершить небольшое путешествие на Цитеру. Эти ссылки на острова плохо кончаются. Я тоже не люблю. Она поедет вместе со мной и принесет в жертву 200 баранов.
Да, он знает свое дело, этот вымогатель. А вот это я люблю. Когда требования благоразумны, я не спорю. И мой народ пожертвует 200 баранов. Да здравствует царь Менелай! Осталось уговорить царицу. Вот она, Менела, ее жена, идет нам царица веча и холма. Вот она, Менела, ее жена, идет нам царица веча и холма. Приехал к нам великий жрец, он тебя увезет нынче на Цитеру. Так надо всей стране смягчить богине гнев. Это нужно стране! Сам прочту без вас кровоучение. Что скажете вы ей? Что скажете вы ей? Я только разъясню богине повеление. Снова я здесь, моя царица, ты прости мой странный вид. Нет, судьбой пора смириться, Афродита так верит. Я обняла веренью долго. Вот теперь доволен я, туда и плыть совсем недолго. Опять судьба, судьба моя. Придется царица судьбе покориться, судьбе, 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 судьбе. И вот страну, отправляйся, ну, отправляйся, ну, отправляйся, ой, душа болит. Богиня, покриви. Жрецу, су, жить постарайся, жить постарайся, жить постарайся. Что прихожит он? Для вас теперь закон. Тебе наше восхищение, славный Менелай. Смотри, возвращение, не жди, царь Менелай. Тебе Елену, Анна моя, а я... Париж! Так не лучше ли, друзья, жить?